Новогодняя благотворительная акция «И в больницу придет Новый год» стартовала в торгово-развлекательном центре «Красная площадь» и гипермаркете «Магнит». В праздничные дни каждый мечтает, чтобы мечты и сокровенные желания исполнились. А дети с нетерпением ждут новогодних подарков. К сожалению, есть такие малыши, которые на Новый год и Рождество могут остаться без праздника и подарков, потому что лежат в больнице. Анапчане могут помочь исполнить детскую мечту. На елке желаний надо выбрать открытку с заветными желаниями детей, купить подарок и передать его волонтерам. Не обязательно вручат его ребенку. Благотворительная акция продлится до 30 декабря. Также по инициативе губернатора Кубани Александра Ткачева в крае начался сбор подарков для детей из зоны военного конфликта. У детей пылающего Донбасса желание сейчас только одно – чтобы наступил мир, чтобы перестали гибнуть люди и разрываться бомбы. В наших силах сотворить обыкновенное новогоднее чудо – настоящий Новый год для малышей из Украины. Подарить им новогоднее настроение, плюшевых мишек, красивых кукол, гоночные машинки и сладкие подарки. Все то, что вернет их в детство. Точка сбора новогодней гуманитарной помощи в Анапе находится по адресу: Крымская, 125, библиотека имени Пушкина. Пункт приема – вторые руки. Приносить подарки можно в рабочие дни с 9 до 17 часов.